Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала «Дорога к счастью». По сюжету, Аня Калинина с детства мечтает стать врачом, а пока готовится к поступлению в институт и подрабатывает на почте, чтобы хоть немного помочь воспитавшей ее бабушке. В Аню давно и безнадежно влюблен Коля, сын местного бизнесмена Матвея Волкова и его супруги Людмилы. Но однажды в гости к соседу девушки приезжает курсант академии МЧС Артем, и Аня впервые влюбляется по-настоящему. Несколько дней пролетают как один миг, молодые люди расстаются, чтобы через месяц воссоединиться и быть вместе навсегда. Но череда трагических событий нарушает их планы. Удастся ли влюбленным сохранить сердце, чувства друг к другу? И даст ли им судьба второй шанс? Главные роли в картине исполнили Алена Хмельницкая, Илья Шкунов, Анна Мельникова, Владимир Ковтун, Максим Метельников, Анастасия Дворянская, Елена Панова, Екатерина Решетникова, Сергей Горобченко и другие. Премьера сериала «Дорога к счастью» состоится уже 19 апреля. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.